свет вышел свежий номер регионального издания «Правда Севера», и вот некоторые темы выпуска. Наши детские дома снова переполнены. Своих детей-подростков туда сдают сами родители, чтобы избавиться от хлопот переходного возраста. Часто подростки там и остаются. Владислава Жгилева во всех современных горячих точках называют Мороз Иванович. Сейчас он собирает гуманитарную экспедицию в Сирию. Подробности в статье «Мечтаю сделать выставку в Пальмире». Лесной поселок Пелес в Ленском районе был ликвидирован 40 лет назад. Но те, кто здесь жил и работал, их дети и внуки приезжают, чтобы отметить день поселка. Пронзительный почувствовал материал Олега Угрюмова на 8-й странице. «Холмогорские феномены» – это статья об умниках и умницах из глубинки. Так, на родине Ломоносова в этом году 15 медалистов из 118 выпускников. Клавдия Хорошавина, которая воспела Архангельскую область в своих талантливых фильмах, покидает ее. Интервью с Клавдией Михайловной называется «В 40 коробках. Вся моя жизнь». Как всегда, в номере телепрограмма подробные афиши основных культурных событий, график приливов и отливов, много другой интересной и полезной информации.